Храм преподобного Сергия Радонежского был открыт в Черкесске 8 лет назад. С тех пор ежегодно 8 октября здесь отмечают престольный праздник – День представления преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Настоятелю храма, отцу Константину, провести церковную службу в этот день помогали благочинный православных церквей Северного Карачаево-Черкесского округа отец Михаил, настоятель храма Николая Чудотворца станицы Красногорской отец Максим, а также сын священнослужителя, который пошел по стопам отца и в этот праздничный день специально приехал из города Армавира. Да поминет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященный митрополит. После божественной литургии прошел обряд причащения, а затем верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Этот небольшой православный храм в северной части Черкесска строили всем миром. С момента его открытия в 2007 году и по сей день администрация города постоянно уделяет внимание и по мере возможностей помогает приходу. Вот и на этот раз глава муниципального образования города Черкесска Евгений Биланов пожаловал на престольный праздник церкви святого Сергия Радонежского. Мэрия хочет нам помочь. Это лишь то, что это знак того, что мы не обделены вниманием и как верующие, православные люди всей общины преподобного Сергия Радонежского, но и вообще наш народ, вот, который живет в городе Черкесске, богоспасаемом, он не обделен вниманием властей. А это самое главное, потому что когда существует такой тандем вот, власти вот, и общества, то тогда народ живет в благополучии. Глава города пришел на праздник не с пустыми руками. Администрация республиканской столицы принято решение оказать помощь приходу в благоустройстве дворовой территории. Пока верующие были заняты праздничной трапезой, Евгений Биланов и отец Константин еще раз осмотрели фронт работ, определив, где положить тротуарную плитку, а где будет детская площадка. Мы всегда стараемся помочь, откликнуться, ну, по мере возможности. Почему? Потому что это прихожане, это наш город, это жители, и мы должны участвовать в этих делах. Ну вот сегодня конкретное дело, которое, в общем-то, в ближайшее время мы начнем. Остается добавить, что на следующей неделе уже в Покровском храме Черкесска будет отмечаться еще один престольный праздник – Покрова Божьей Матери. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.